Я тут. К вам, да, бежать? Короче. Так, подожди, тормози. Дверь открываем. А тут ворота эти открылись. Это я открыл, заходи. Вот, да, заходи, все нормально. Аккуратненько, драпа. За мной. Мразь, выйди пока вот сюда. Вот шкаф, вон там. Че, лутаться? Призовался? Да. Только авторизуешься. Тут второй. Андрей, вот, вот смотри, авторизуйся вот там. Это быстрый сброс, типа, ты прыгаешь, а тут опа, ящик взял. Но тут, тут датчик движения стоит на гаражке. Авторизовался? Да. Кто не авторизован, он пробегает, смотри. Вниз посмотри, вот сюда вот датчик движения. Калаш, ты умеешь с калаша стрелять? Да, но его мы берем вообще в самый крайний случай. Можешь Томпсон взять, можешь взять Бердан, Берета. Берету. Берету можешь взять. Только без фонаря берет. Так, Берету или СМГ. Алло? Да, алло. Че, шприцы брать там не? Возьми один шприц. Один? Ну, два шприца, три бинта. Че, куда собираетесь? Чтоб с тобой, я сейчас сниму просто, кидаю, чтоб у него было. Ты че, Берданку и Томпсон взял? В смысле, я взял Томпсон. Это арбалет. Это арбалет. А чё ты за пушкой ходишь вообще? А тут базуки у вас, наверное, рейдить. Ракетница. Угу. Андрей, у тебя дома серый есть? Нет, мне только чё камней. Там 500 скрапа было, и всё. Скрапа было? Можем сейчас пойти... Дом на космодроме. Что? Дом на космодроме, вообще далеко. Короче, я тут аккуратно бегаю, потому что чувак все время нас подсиживает. Чё вы с него выбиваете? Чем? С двушкой? Бизнес. Ты что, в шкафу авторизовался? Да, вроде. О. Нет. А, нет. Стоп, а шкаф где? Шкаф там. Да. Мы решили пойти на аэропорт, чтобы залутать чинук. Надо лыжку чекнуть, там есть. Болтовка у вас есть, нет? Коняшка. У нас все есть. На 10 конь стоит. А с собой еще есть болтовка? Нет, болтовка не стоит. Вот сейчас тихо просто подходит. На лыжке, кстати, никого не видно пока. Чисто. Андрей. Че-че? Заходи, закрывай дверь и чекай вот внизу осталось. Дверь чекай. Ну, чё там? Пока ничего, пока чисто. Ты чекай дверь. Он же активирован, да? А он сам сразу активируется. А. Андрей, короче, сиди здесь. На вышке? Или возле двери? Чекай с вышки его. И слушай звук. Кто-то будет открывать дверь, либо кто-то будет возле ходить и спрашивать. Стоп, где он? А где он? Его на карте нет. А, его только что залутали, что ли? Залутали? Да, там... Стоп, да, или нет, не вижу. Пиздец. По таймингу. Где он вообще был? Он в одном месте всегда падает, Андрей. Да, мы пошли рубить деревья, чтобы можно было стреливаться из нашей снайперской вышки. Где? Вижу. Я с арбалета. Чекните его имя. Не попал. До этого. Кто? Сосед? Деревья, короче, ну чё? Да, вот эти сначала. Какие? А чё за ник у него? Дивти. Сразу 2500 дерева. Он там уже крадётся. Одного стака хватит, не? Ну ты сейчас фулку себе забей, скинь и дальше идёт. Вот дерево. Так, может это дерево ещё? А, он, это кто сейчас? Ой. Он с СКС-кой, по-моему, возле забора зеленых. Аккуратнее. О, это со спасом. Он по мне стреляет. Чуть левее. Убил его. Лутай. Где? Я его убил. Я инфу сказал, Андрей. Чего у него было? Я. У него не помпа только. Он мне с меня помпы стрелял? А, его зарейдили. Тихо, не подходи. Не заходи туда, О, контра! Зачем? Ладно. Зашел туда? Это вот ловушка, там, ловушка Джокера. Ну, типа, дурачок, потому что... Я чекнул. Коварный чел. Заборы, какие заборы? Не вижу никаких заборов. К дому этому, прибегите к Дирти, там пень с правой стороны от заборов. На 50. Дирти, типа, грязный. 5 деревьев. О, кто-то стреляет. Нет, я ничего не стреляю. Это по нам? Понять, да. Миша, где по фасту должен инфу дать? Ну, это с другой стороны горы, значит. Крысеры какие-то. Мансу как могу. Все, и это последнее дерево будет больше. О, стреляют. Где? С калаша где? Идите ко мне. Я калашистки убил калашистки. А у него же фул сбит, я не так. Че стреляют, еще стреляют. Фул броня тут только и...
И все, шприцы, что тут? А калаш где? А, калаш тут. Калаш, ставьте калашу. Броню, калаш, все, и болит. Все, броню взял. Пойди сюда, за территорию уже, я ж не вижу вас. Как ты заболел там? Он тебе попал? Нет? Да. Сколько хит? Сколько у тебя жизни осталось там мне? ХП 15. Он тогда этого отпускаем. Мы смогали. Калаши стыкайся. Да. Руслана отпускаем пока. А ты скоро придешь? Я хз, минут 20. Окей. А вон он бежит уже кепка. Погнали еще минутку подождем, когда у него голову забудется. Я пойду чекну там, что там, все стрельба вообще. Чел бежит на 300. Ну от меня на 300, для тебя там может быть чё-то. Не 300. Ну вот видишь, куда я бегу? Ну вижу тебя. Ну вот ты там чел впереди меня. Но только... А, да-да, голый тоже? Да. Завалить его? Да не. А, да-да, вижу вдвоем там. Я пока за ним. Я тебя не вижу. Ты с горы упал. Он фармит. Чё? Уже никого не вижу. Все, ты теперь на видном месте. А, все, ты пропал, мне дальность прорисовки кончилась. На максималку стоит. Hello, hello, сука. Участок страдает, но он меня убить хочет. Так как поближе сюда, поближе сюда. No, please, man, no, please. Поближе, поближе, где ты был. Man, man, please, don't push me, please. На гору ты поднимайся, на гору. Поднимайся. Я только тебя одного. А, да, стой, поближе сюда к дому. Не вижу. Я не вижу, я не вижу. Поближе, поближе. Я не убил, я врезался в мой. В пятку попал. Стреляю еще, все, сейчас убегаю. Надо было подождать, что ты, блин? Стоп. Стреляй, стреляй. Я не вижу. Туда. Он на горе. Man, man, follow me. Лобомжа. А я, он тут деревянные кибитки живет. Ладно, блюдки, блин. Ну ты за что попал, молодец. Что, давай по тебе попаду, чтобы тебе не бежать. Попал бы в грудак, убил бы его. Реально? Да. Типа в ногу. Там низко как-то полетел. Сердце 30%, голова 35%. Сердце. Топку закидывай и погнали. Куда садиться? О. В машину садись. Ключ не выкидывай. Садись на другое место. Не понял. На склад. Что на склад? Зайти переработать. Чтобы тут два руля, в смысле? А, погнали. Откуда здесь два руля? Ну да. Вот он, база заряжена справа. Да это база, помнишь, клан? Да, пропал. Куклус клан. А, нет. Вот он. Да, да, да. Дома да. Уже нет. Че, уходим? Перерабатывай, да. Как профи прям настоящий. Не тупи, Андрей, только. Ты на месте слышишь, тебя сболтаться. Два человека на СЕ. СЕ, СЕ, СЕ. Вижу. Одного убил. Он на коне. Коня, надо коня завалить. Это что? Успокойся. Ваша пуля вниз летят. На него? Коня завалить. Все, жгло. Погнали их залутаем. Они кепки. Так вдруг у них там базуки. Да. Поворот, поворот, поворот. Там, там чилы три залутанных. Валим. Мне попали, кстати. Стоп, а если тебя завалят, я, получается, смогу рулить, да? Если я... Стоп, как пересесть, как пересесть? Нажми X. X? О. Сейчас я громко звук. Я метку оставил. Вон они, твой свет там. Тормозни, тормозни, сейчас я позицию выберу. Где, где? Сколько градусов? Да, 230. Вон они, твой, их четверо. Да, вижу. Они убегают. Чё, можешь забьём? Так я не попаду. Да, да, да. Давай подождём, пока они... Они в тех чуваков гасят. Чё? Я могу одного сбрить. Не, надо. Не надо брить. Надо бы всем болтовки, чтобы... Так у них не МВК, один МВК, а другой нет. Так у них калаши могут быть. У них нет калаши. У меня Томпсон, тут патроны вниз вообще летят. Выезжай, на дорогу выезжай. Я, короче, бегу туда на перерез, к дороге той. А вы едете по дороге, на ту дорогу фейловую. На коне. Переждайте, они сейчас падают. Вы слышите меня? Что? Да. Я бегу на перерез. Вы меня подберете там на тропинке. А вы едете, а я с чего вас прикрывать буду? Погнали, садись. На X. Они пока, они все там. На складе. Едете дальше чуть-чуть. Ага, все вижу. Блин, это реально следующая тактика. Вы все так прикольно едете, так беспалевно. У меня звука даже не слышит, вы едете. Великий тактик. Ты сел? Нет, я еще бегу. Все, все, мы погнали. О, кто-то фармит бочек. Да, но только ты... Завали его там слева, вали его. Где он?
Hello. Вот 50 капа. Hello, man. Hello. I'm saying I'm sorry. Да он мертвый, не слышно. Тыква, стоп, чел там. Ладно. Я забрал 6 тыков. На тыкву. Взял. О, еще чел утай, стой. Останови. Вижу. Это кепка, блин. Где он? Вон, видишь, убегает. Ой, лаги ты порылый. Hi man, we're sorry to. Да тут не ты, Андрей, господи, что ты делаешь? Ты чат палишь наше местоположение. Вот он. 5 кап. Он собирал эту малину. Какие-то два мирных челика. У него что ключ, дом? Да, у него ключ от дома. Мне даже того было жалко убивать, я говорю. Он меня попался. У него ключ типа дома, можно дом тут поискать. Че у них там дома? Три веревки? Типа вдруг там... ПВО. 4. Вы недооцениваете мистеров бомжей. Просто я понял, как мы сюда приехали, нас зажали с пулемета тут. Скинул. Где? О! А, да? Отойдите от машины, отойдите. Че, может, лодочную построим? Отойдите от машины. Куда? Уйдите от машины, чтобы я не задавил. К берегу уйдите. Забегите туда на лодочную. Я пошел лодку покупать, скажите. Так, топливо. Сколько ты топлика взял с собой? Я 0. У меня 14. Просто если сейчас я задавил вас, то меня просто турики сбрили. Такое все было. Сбрили. Сколько стоит эта большая катер? Что-то... Большая катер. Че? Ай! Как сесть? Нельзя сесть. Почему? Сейчас плыви, короче, вперед. Как поехали. Вдвоем? Плыви вперед, Андрей. А почему сесть-то нельзя? Потому что тут типа такие законы. Именно в этом мирном городе нельзя сесть, да? Да. Можно было к берегу там подплыть. Ладно. Шел ван отсюда. Это боты. Вот это по кому сейчас? Это по мне. Хедшот. Ты говоришь, что ты скидываешь, Андрей. Патроны. Ходишь ко мне скидываешь? Андрей. Чё? Залезь на кран, который греет. Все, я нашел. А, так она открыта. Который греет? Здесь очень жарко на кране. А да не сдохни там. А зачем туда вообще забираться? Чекай вокруг, чтобы никого не было. Тут, Андрей. Здесь нет чего-то бака. В этот раз нет, прикинь. Ладно, попробуем. Трубы. О, топовый, о, прикол. А чё он такой жесткий? Ой, блин, я наш. Вот я дал. Я, короче, пошел позицию займу на кране. Окей, не а где интересен. Где занимать позицию? А чё такого, что ты нажал? В смысле? Андрей, найди сюда. А, он прям сразу прилетает, этот вертолет. А кто такой Кобальт? Типа везде написано Кобальт. Regeneration Program. Дядя Кобальт. Иди сюда, Андрей. Дверь чекай. Отсюда, вот там, тут стой, чекай дверь. Вот здесь вот я стою. Да. Погнали в спину. Уйди отсюда, Андрей, блин, сказал там стой. А чё мне это делать? Сиди. Так и смысл. Есть же. Ой, жесткие. О, маска. Ой, Миша, заходи. Один спускается к тебе сейчас. Хелп. Чё, блин, перед вами закрывать двери? Завалил кого? Кто я? У меня есть еще 3 слота. Есть патроны на дробовик. Давай. 3 еще слота давайте. У меня есть шприцы. Все. Кто-то приезжает, надо полить. Стреляем. Стреляем. Ну если кто-то подъедет, кстати, вообще будет. Я все испугался. Russian Resident. Стой. Стой, дай посмотри. Только не лутай. О, калаш есть. Бери это, MP5. Калаш, MP5, Sky. На бошку какая-то штука. Это ночные, очки ночного видения.
Стоп, а если посмотреть... Золото? Стоп, это получается три ящика этих железных, то есть крутых. Типа, да. Бочки здесь попали. Ну, прыгнул. Тут я умудрился как-то слиться. На станции я могу переработать. Я думаю, с ней тоже микросхема. О, кто-то стрелял. А, это у меня! Это у меня. Это дебил, оружие не убрал. Минус. Блин, а куда нам теперь? А, мы его не залутаем. А что у него было? Че у меня там? Ну почему? Ну хотя ладно, это Андрей. Блин, я что-то засмотрелся. Ты засмотрелся. О, может я возрождусь? Типа... Ты себя не залутаешься. Я смогу залутать, почему нет? Ой, броня, там шприцы, оружие. Калаш, надеюсь, не у него был? Томпс. Нет, у меня. Так смотрите, я рядом, я на S6, или можно кильнуться. А он тебя не залутает, его тролик убьет. А вдруг? Стоп, это у меня этот рейд-блок на ранчо или на все эти? На все. Жаль. Конечно, мы можем сейчас машиной перекрыть пулемет, ты попробуешь себя залутать. Перекрой, перекрой. Да не, ты, мне кажется, не получится. Перекрой, перекрой. Да получится. На изи. Нет еще. Hello. А у меня ничего такого нет, только вот хил если. Это челы, бомжи какие-то. Don't kill me, please. Fuck off then. Is this 6M? Герараха. Я тут. Он пытается тут залутать. Если он залутает, он сдохнет? Нет, он не сможет залутать. Я подхожу. Подожди, стой тут. Ты меня снимаешь? Ты по-моему. А где там труп? Вот он, блядь. Всё, а есть ткань? Дайте ткань, я скину спальню. Он же бесит это миг. Дайте хиляться ткань, что-нибудь. Как бы он на нас смог? И ноль еды. Вот так вот бежишь и приседаешь резко. Всё, давайте. Приседай. Чё, можешь залутать? Да. Как раз он был для нас. Быстрее в лодку свои, ещё уйдём. Не-не-не, Андрей, убегай обратно таким же путём. Ща. Таким же путём убегай отсюда. У тебя топливо? Всё, погнали. Это бомж. Дайте бомжа завалю. Да не повали его, мы ещё его завалим. Всё, погнали. Ой, по мне стреляют, помогите. Сука. Подбегай к берегу, фастом, садись. Ну чё ты по мне стреляешь, садись. Я по бомжу. Всё, сел, давай откиляю. Толкайте водку. Всё. У меня 50 хп. У меня 20. Давай меняемся. Хиляйтесь. Можем поменяться. Калашисты собачьи. Андрей, ты шаришь как на карту залезть? Чё как? Как? Типа надо там на Е нажать, а там корова летит. Ты видишь? Корова. Там челики на корове. Да, там впереди. Может корову сейчас постреляем? Там не вижу сколько человек. Гаси по нему с балка. У меня знаешь, как тут этот раскидывает? Там кто-то сдох у них, смотри. У нас были фулл залутанные инвентари, но мы решили пойти на эту лодку. Она не слезла. У меня 200 часов расти, чё прикалываетесь? Я вместе бежал. С той стороны, сзади. Попали. Меня тоже уронили. Меня завалили. Блять, пиздец какой. Кто меня убил, интересно? Ни хер. СЛР. Чите. Русский житель скрафтил подкову, и мы отправились в Кузьки. А, ну теперь найдите. В смысле? Нашёл. 56. Теперь 63. Это друг упал? Стоп, я из топ, я не закрыл, я не закрыл, она слишком быстро. То последний выбегал, что дверь не закрыл. Чаще. Удай, все, удали. Тут говно утрот, Все, я лошадку бежал. Здесь ничего не было. Ну, патроны. Это худший дроп, блин. Двое штангер, данка, патроны. Короче, можно сделать металлическую подкову, и она еще быстрее будет, чем это. Как ты ее сделаешь, скажи. Не знаю, но эти есть. Да, ее изучить нужно. Да, есть какая-то. Погнали. 10 гранат. Да. Это гантрапы ломать, короче. Погнали. Я на дороге на раньше. Есть же. Там где тот домик.
Дальше в пустыне. Все, мы уже на перекрестке. Давайте быстрее. Я езжу. Я еду быстро. Как быстро. Слышь, белый самый любимый. Кабан здесь. На, кабан. Кабан за тобой бежит. О. Сзади, погнали, слышишь нас? Погнали, где? Вон под той скалой, на 200. А где мы рейдили, что ли? Андрей, только ты это не рейдь. Давайте ко мне подтягивайте. Блин, я лошадь случайно стрельнул. Ой-ой-ой, у меня. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, хелп, 2 хп. Да-да-да, в доме, еще пить выход. У меня 2 хп, 3 хп, 4 хп. Убили меня. Поднимайте. Лутают, нет? Нет, он дом открыл просто. Чекает вверх. Один меня поднимает, и вот еще. Убил, поднимаю. Поднял, попробуй залутать его. Две лошади лутай. Как лошади здесь? Миллиард лошадей. Залутай, можно лутать. Лутаю. Сзади кто-то. Залутал, только оружие не взял. Убил, не знаю я. Там я залутал только... Сейчас откисну. Ты чел. Их можно забахать. Я хз, я там залутал, только МП-5 не взял. Это моя белая лошадь. Да отвали. Меня убили. Где они? Или ты меня убил, кто меня убил? Нет, я его убил. Рахит какой-то меня убил. Блин, их бы бахнуть прям вот. Рахит, хиджа. И эти в стах стоит. Ну я к вам бегу, меня не заметил. О, там чел, бомж какой-то. У тебя есть лошадь? Нет, бомж еще. Блин, тут спальники по всей карте. Да, у него здесь спальники. Меня зовут Айти. I'm sorry, brother, for fighting you with you guys. I'm sorry. That was a dumb idea. I'm sorry. Ты слышал, что он сказал? Он извиняется перед нами. Fuck off. Опять ты сказал после того, как он взял. Кто извиняется? Челик. С хрена ли он стрелял? Стоп, мы тут будем сейчас, пока этот Миша лут не заберет, да? Я взялся. Так вы можете меня залутать просто и ко мне подобежать. Все, то я белую лошадь мою. Это моя лошадь? Да, моя лошадь. Надо их покормить, потому что мало хп. Короче, домой сейчас едем, да? Я не лут. Да. Русский житель. А вдвоем нельзя на лошади. Можно. Да? Надо 2 седла пускать. Есть седло. На тебе, короче, хазмат. Че, мы куда идем? На базу или как? Занеси домой, сэр. Бегите до туда, короче, сейчас я побегу дом. Ну лошадь. Погнали. Я только забыл где. Где? Он стрелял по нам или нет? Там чел какой-то второй подбежал, там с лука вроде палил. Вообще калаши стреляли все, хотел на них бежать, а вы там... Блин, лошадь надо, короче, покормить, это сдохнет она. Давай по фасту где она вообще? До воды даже добежим. Блин, я МП-5 не подобрал, жалко. Там он закрыть успел. Стоп, он еще в МВК вышел или... А, нет, это не он. Прости, у него есть хавчик для... 4 лошади. Есть фрукты, овощи. А у него все открыто, слышно? Что-то нет. Да у него спальников нет. Походу. Можно выдолбить вообще. Как выдолбить, как? А эту стенку можно выдолбить, вот эту. Вот эту стенку, прикол. Давайте по фасту. Он ушел? С копьев? Он не возрождается вообще. А это чей труп вот это вот? Это я завалил бомжа. А, слышь, тут в трупе ты потом нас. Да, давайте выдолбим, копья нужны. Мне топор, кстати, нашел. Тут есть еще чел, у него меч. Его можно, кстати, контролить отсюда, он не полезет. Надо его убить, у него 5 кд будет. А чё? Кто? Кто меня попал? О, калаш. О, мы здесь долго будем делать. Чё, давайте убежим отсюда. Стой, я дерево вырублю. Там, по нам он с болта стреляет. А сколько нужно на одну каменную стенку, что ли? Забирайте лошадей. Моя белая. На, куда едем? Куда с болта стреляли, я буду, да. Я так и не понял. О, вижу, залутыш бежит на дороге. Ну как, на сколько? Вокруг или не знаю. На сколько? Е. Стреляю, короче, понятно. Стоп, не вижу. Давай, я пошел к нему. Пошли, попал. Это, Андрей, побежали за мной на лошадях. Еду. Попал. Давай, ты должен завалить, вот должен завалить. Быстрее, Андрей, садимся на лошади. Сажусь. Роман, он сейчас улетает далеко, я бегу. Стоп, где он? Ты видишь его, нет? Он вот здесь за придурком, быстрее. Да. Конечно, лошадь тема. Промазал прям. Вижу его. Все, минус. Попал. Ты по мне попал, тихо, ты по мне. Где он? А, вон. Ты прости, мне минус. Просто сильно было, 35 хп. Лошадь моя, ладно. Элка. Еще одна элка моя есть. Дай броню. Да? Дай мне нагрудник и шлем. Дай нагрудник и шлем. Если есть. О, топ. Это левый чувак. На этом моменте мне как раз обломался звук. Да пока еще ждать надо. Сейчас я 750 подвожу сразу. Так, все. Андрей, сколько у тебя скрабов? Сейчас, подожди. Сейчас, если он выиграет, мы сейчас его заберем тоже. На 3 поделим.
Сколько у тебя сейчас? Скидывай. У каждого по 23, да? Мы смотри, поделили пором. Так, подожду, сейчас это пусть пройдет уже. Я на это закрыл, надо, чтобы тройку или одну. Кайф. У меня уже 444. Нихрена тебе. Я поставил половину на тройку, половину на... Пуй. Так, ну что бы поставить? Ну давай, не подведи. В казино нет смысла по чуть-чуть, типа, да. Ооо, пока я все проиграл. Я поднял. Да. Ну а теперь жди, это покер. Я в любом случае буду либо в минусе, либо в плюсе, либо в нуле. Ой, я случайно 300, ну все, то есть я уже обосрал. У меня 700 скрапа. Тройка, ты раз подряд была. У меня 700 скрапа, ребят. Дай 500 скрапа. 700, я пипец. Я либо сейчас... Сейчас на 1000 буду поднимать. Иди в жопу. Пожалуйста. Только не единица. Единица неплохо будет. Только не единица, пожалуйста. Минус 500 скрапов, у меня теперь опять 200. Ладно, я тебя понял. Че, на 20-ку поставить? Моё бог, ля смузи. Че, 20-ку выиграть? Ля, это из-за тебя, что ты подходишь, Андрей. Ты дын. Ща, 20-ку выпить, поставь на 20-ку. Ты ничего поставил? На 20-ку ты сказал. Ну все. Блин. О, у меня 300. Для этой крыса, если бы сейчас 20-ки не убрал, я бы опять сейчас был. Все свое проиграл, я говорил. Ничего не дам. Вот здесь забогавшийся меж. Играем дальше. Не-не-не, я вообще на единицу не ставлю. Если сейчас опять будет единица, я в рот не... Еще выглядит 20. У меня ничего нет. Все. А у тебя... Дай на копсе. Че, Маш? Нет. Андрей, ты тоже проиграл, Андрей? Ты тоже единицу не ставил? А я тоже ставил. Я хотел на единицу поставить, если бы у меня был... Лошадь медленная какая-то. Это по мне. А мне еще она не едет. Я мансую. Все, он не попадет. Ну ты дурачок, Андрей. Ууу, тут топовая картошка растет на земле. 4G, 1X, Y и 1W. Ты пугаешь меня. Топовая картошка растет. Вижу чувака. Еще одна топовая картошка. И еще одна топовая картошка. Короче, здесь куча топовых картошек. По нам, Андрей, по нам стреляют, убегай. Где он откис, бля, муха. И топовый. Я не видел, я же уезжаю. Вы убили его? Да, он сдох. Сейчас я скину. Хотя что мне скидывать? Просто мне нужно подкрепление. Я тебя прикрою. Лутай вывали, Андрей. Похрен, ну давай, просто убегай, скрап уже хорошо. Домой застрелим, прибежим опять за лоб. Я нашел тут. Вы говорите, там была лошадь еще у бандитки? Да, она дохла. Пойду ее заберу. Мы можем сейчас полететь. А, не, нихера. Ты что ж ты делал? А сколько у тебя патрон на кого? У меня элк. Все, я теперь готов, все. Вот смотри, последний раз показываю. О, нихера, что это такое? Что ты делаешь? Ты себе что, спину полно? Сделай так же. Жесть. Бедная лошадка, ну что за проченцы. Все, пойдем. Ну берите лошадь. Купи себе лошадь. Или найдем. Сколько она стоит? 125? Сколько стоит? 75. Ты тогда стрелялся близко с берданки. На площадке сидит. Короче, смотрите, вот тут, короче, выпадает, смотрите. Ты, Андрей, ты допер, нет? И на следующий тоже выпадает. Да, и там яма. Понял, кто стреляет. Это боты. Это бот? Ладно, их можно стрелять уже, кстати. А где боты-то вообще здесь? Так посмотри вот на эту хрень. А. Андрей, слышишь меня? Чекай вокруг, чтобы к нам не подошли. А, ну собаку убила его. Ну параллельно еще чекай вокруг. Ты туда слышишь? Ты не раш, Руслан, там до хера их. Я вижу. Андрей, к тебе кто бежит на коне? На 350. У тебя опять микрофон сама собой.
На 250 к Андрею кто-то бежал. Да. Не надо к нему идти. Я сейчас назад оттянусь, человек, он убежал или нет? Наших я вижу, я его не вижу. Я вроде всех здесь убил. Вижу чувака у меня влево. На Е от меня. Одного убил, там еще один. На Е от меня, на 100 от меня. Одного убил, попал еще к второму. Молотовщик. Да, иду. Надо залутать его. На Е? Андрей, залутай. Да. Вот видишь, чувак, кто ходит. Кто с болта стреляет? Вот тут чувак. А, по мне. О, мне хочу отдать. Видишь их? Ты их видишь? На СЕ. Там жесткий. Там двое. Дал два хитача. У меня здесь очень близко. Работай по болтовщику. У меня сейчас КП мало. Андрей, залутал? Сколько там болтовщик гасит? У них у двоих болт. Надо их сажать. Андрей, ты залутал? Иди обратно ко мне. Ты куда рашишь, алё? Убил одного, одного убил. Ты чё добить не можешь? По мне хит дали. У меня тоже. По кому попал? Тебя сейчас несут с болта, прячься. Миш, стреляй по болтовщику, можешь? Я сейчас не вижу, где. Я чуть-чуть подрашу. Не можешь убегает. Меня убили, пацаны, меня убили. Меня подвис. Хорош. Меня убили с болта. Болтовщик остался. Меня убили. Он позицию поменял, 100%. Да, патроны. На патроны. Ты нормальный. Меня убили. Я могу на копте прилететь. Блин, меня убили. А как меня убили? Давай на коптере пролетим. Давай на коптере. Только не умирай, живи. Там двое, походу. Я, короче, МВК сайт. Че, убили? Болтовщик позицию поменял, короче, убил всех. МВК сайт бери. Ну, еще и смысл. Конечно, я МВК сайт взял. А где трупы? А вот, а вас залутали уже. Залутали, да? Наверное, гору бежал 100%. Двушка. Блин, убьют. О, 10 топлива оставили. Давайте еще раз повторим. Идет чел, стой. Я не вижу. На 120 если. Убил. Хлопой. Там кепка бежит. Да? Там кепка, да. Убил. Что там у него было? Сет хорош. Давай улетаем, короче. У меня топливо с собой. Меня бесит с болта. Блин, меня убили с болта. Их там много. Попробую улететь на коптере. А где топливо? В коптере. Топливо где? В коптере. Там нету топлива, блядь. Как нет, я его не забираю. Или я на этом, я на пассажирский. Надо было валить оттуда долго. Блин, вот теперь точно. Их там дофигища. Ну их там двое или трое. Их там трое. В прошлый раз мы убили двоих и еще двое. Ну их там база за эскалатором. Давайте каждый тут сделаю, будем с болтов иначе. Так, один прицел держи. Вот тут маленький валяется. Каждому по болту, короче. Если бы были болты, мы бы их раскатали. Конечно. Я просто вообще не мог по ним не пострелять. Я иду к тебе. Да. Я иду к тебе. А ты куда убежал? Иди на чинок. Зачем? Там уже ничего нет. Ни хрена себе. У нас тут зажимают, слышишь? С кого шаг зажимают? Возле дома прям. Я на аэропорт. Я тебе метку сейчас поставлю. Вот тут вот я сдох, метку поставил. Там много трупов. АА 15. Сигнал. Чего ты? Тебя убили, да? Он меня убил, кстати, с болта. Опа. Гон за место. На 200. Они прям под горой вот здесь. Давайте ко мне. Я не вижу пока. Они на берегу. Сверху давайте. Ты один том еще. Вот, что-то долбит вот здесь. Я подкрадываюсь аккуратно. Прям рядом у тебя? Да, прям вот здесь долбит. Внутри, походу. Он внутри что-то долбит. Сейчас выдолбит стенку. Че, коптер? Можем залететь. Нам далеко лететь. На двери нет замка, на двери замка нет. И на той нет. Есть замок скрафтить? А, на этой есть. Она блокирует. Там дверь. Да ты что делаешь? Там дверь блокирует. Сейчас он ящик. Сейчас ящик дверь. Там дверь вторая блокирует. Ящик сгорел, все. В ящике лут. Я замок крафчу. Тут есть замок. Вот на этой двери нет. Сейчас я скрафчу, повешу. Я не могу поставить. А, нет, не за. Вон у меня замок выпал. Так нельзя ставить, хрень. Можешь протолкнуть как? С чем он там сидит? Давай я протолкну кого. Проталкивается? Там что-то... Сишка. Он дисплей, походу. Сейчас взорвался стенку. Взорвался, иди сюда быстрее на вход. Быстрее.
минус. Он сишку задеспамил. 190 скрапа. 190 скрапа, домик. Где спас его? Дом из халата. Где его спас? А где шкаф? Все, шкафа нет. Тихо, еще что? Ты самоубийца. О, давайте. Где спас? Справа. А, вот. А что вот это за хак? Что за хак? Я спас его. Я без понятия. А чего он с нас стрелял? Огненными. Да он стрелял. Ни хрена, ты побежали дальше. У меня уже full инвент. У меня Томпсон. Один поломанный. Заберите железо, вы чё? Смотрите в этого железо. Можно здесь сундук поставить у нас же. Андрей, блин. Ну плюс 3500. Сейчас я забору понаставлю еще. Андрей, вот. Как они русские. Что у него в голове, вот интересно. Целенькая. Чуваки, а где вы живете? А они сказали на К7. Я живу на К7. Нифига вы уже развились, только за Рериком, это уже сквашено. Я вчера, короче... Андрей, заткнись, пожалуйста. Сейчас сегодня утром. Опа, гандрапа. Кто-то лезет под гандрап. Ты убили? Ты его убил? О, еще и патроны разрывные. Ну, 37 вообще, кто это такой? У них серый, но да. Да это девочка. Бобовки. Это добавили. Кого взорвали нашего? Где? Его убили, что ли, нашего? Я на вышку лезу, короче. Да, я на вышку лезу, все что. Закроем. Где? Просто залутать его? Или тогда еще кто-то есть? Я с памиком пойду туда. Прикрывай меня. Прикрывай. Я голый бегу. Куда бежать? Труп лежит? Какими фундаментами? Вижу. Убили меня. Стреляли вообще с другой стороны. Сейчас я его убью. Сейчас я возьму оружие. Там еще один антирачик лежит, это я. Да, сейчас убил. Куда он делся, блядь? Я понял, кто это. Это Дерти. Наш сосед. Назад бегу, прикрывай. О, еще один заряженный. О, слышишь, он сгнил. Да, и ты, дурачок. В прямом смысле, да. Где? Где? О, возле меня? Который на самой горе, да? Ты побежал. Ох, не, Андрей. Болт. Под тобой болт. Залутыши? Там, где мы с тобой были, да? Нет, никого. Они не видели направления, куда они направляли? Назад пошел. Пойдем на... А, блин. Вот, ты видишь, что шкаф? Подсади. Сейчас второй персонаж. Возле NPC. Убил. Забрал, короче, верстак. Я убью. Я убью вообще сам. На коне бежит. С нашей базы примерно. Если от меня, то на НЕ. От меня НЕ. От меня... Нет, не по дороге. По горам. Но он остановился. Какой-то хер. На конях. Вот если ты будешь смотреть на 10. С мечом чувак тебе едет. Видишь? Там их двое. Это не я? С чего? Не исполняю. Иди лутай, наверное, я его убил. Я его не убил, убегает. Ой, я ему хэдшот дал, но не убил. Он спускается, он где-то куда-то спустился, потому что я его хэдшот. Где ёлочка? Я иду лутать его. Че, ты что, не мог учекнуть просто? Кепку убить. Блять. Это справа внизу. Ты видишь, когда я смотрю? Вот он, герой. Ко-ко-ко. Глушак можешь снять, Андрей. Ты его, ну, урона больше будет.
Недалеко, кстати, побежали. О, это по нам. Убил его. Убил, пошли лутать. Ехать открывать здесь сразу. Я на коня сажусь. Убеги, мразь, чё ты стал? Убил его. Залутал. То он же был. Нет, это Дирти был. Все, я залутал, пошли. Дерда. Коня возьми. На магазине. По мне стрелялись болта, Андрей, вали быстрее домой. Ты тупая свинья, блин, вот он. Я домой валю. Я сказал возле магазина, а ты говоришь, где? Спать. Настраивается и спать. Смысла нет вот этой херни. Ну, отжал я антират, господи, ну и что? Ну, Бертан. Ну, патрон, ну, 50 патронов. Ну и что? Ну, да, пошли бы двор, стой, пойдем спать. Не, Андрей, мы так прострём. Что ты закрываешься? Спасибо, кто досмотрел до конца. Надеюсь, мы добьем 100 подписчиков.